Добрый вечер, мои дорогие зрители. Хотела бы продолжить тему рукоделия. Я уже показывала, что я шила фартук. Тоже в таком стиле с красной тканью. И еще у меня получилась дорожка. С использованием 1, 2, 3, 4, 5, 6 таких вот квадратов. Но эта дорожка у меня будет на другой стол, в другом городе. У нас там красные шторы. И когда я постелю эту дорожку у себя в другой квартире, то я обязательно вам покажу. Вот такая весна идет, весне навстречу. Вот такая дорожка, еще раз покажу. Как такая мини-скатерть у меня получилась. И еще раз покажу фартук. Вот так можно сшить эти квадратики в стиле крейзи, а потом что-нибудь придумывать. Вот такой у меня получился кухонный комплект. И шторы у нас красные будут. Еще рабочий крестьянский фартук, который можно стирать сколько хочешь. Вот такие мои работы за 2 вечера.